создаваю интимных моментов. Что-то она так не стоит как нужно. В общем, начнем. Всем огромный привет, меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня видео состоять будет из двух частей. Первая часть, я вам покажу свою находку, о которой вас спрашивала в прошлом видео, когда искала и примеряла вещи в магазине Second Hand. Кто не видел, обязательно пересмотрите. В общем, когда я уже обратно возвращалась из магазина, я у вас спрашивала, какую же вещь я унесла с собой домой. И так как эта вещь всего лишь одна, и я обязательно скажу, кто угадал, да и в принципе вы сможете написать мне в комментариях, я угадала, мне будет приятно, что вы участвуете в моих таких опросах. Так как вещь всего одна, я составлю с ней образ, но образ непростой, а все в нашей с вами любимой такой классике, что ли, моего канала, я с вами создам полностью образ из Second Hand. Из вещей, которые были куплены в Second Hand, достаточно бюджетно. Максимальная цена за вещь из магазина Second Hand в этом образе будет всего 2 доллара. Интересно, не переключаемся. Во второй же части я покажу вам свои новинки. Тоже спрашивала вас в предыдущем своем видео, интересно ли будут вам мои новинки, которые я и купила в магазине, и получила в подарок, и заказала в интернет-магазине. В общем, все, если вам это интересно, обязательно продолжайте смотреть. Ну что, давайте начнем. Многие из вас уже догадались, что той вещью, которую я купила, стал топ. Это такой белый топ в черную прострочку. Он прям-таки делает контур, и внизу он немножко такой идет как расклешенный. Кто-то в комментариях мне сказал, что мне нужно его обрезать, и тогда он только станет современным. Нет, девочки, он не станет этого современней, он хорош в своем исполнении, и хотя это River Island, и хотя это и 12 размер, видно, не видно, видно. И хотя это и 12 размер, но сел он очень хорошо. Он классно держит форму, классно держит свою структуру, эти все выточки, или как это правильно все назвать, вы меня, как всегда, ну, укажите в комментариях, что я сделала, что я сказала не так. В общем, я его буду просто-напросто сочетать с простыми голубыми джинсами, и это выглядит достаточно-таки неплохо, покажу вам как. И самое интересное, это цена за этот топ, девочки, я отдала 1 доллар, ровно 1 доллар, со всеми скидками, которые у меня оказываются в этом магазине. Еще знаете, как я прям на эту обнову, ой, да, обнова, та-та-та, такие говорят, а у вас есть скидочная карта? Я такая, есть. Ну, кто смотрел предыдущее видео, знает, о чем я. Очень-таки достойная покупка. Я ее даже надевала уже несколько раз, даже сделки делала в этом классном топе, поэтому, мне кажется, он счастливый. За такие деньги он был абсолютно новый. Так, джинсы. Джинсы я часто показываю, даже есть у меня отдельное видео, где я о них очень долго рассказываю. Я тоже, как всегда, для вас оставляю здесь вверху подсказку. Эти джинсы от H&M. Они просто обычные джинсы голубого цвета. Прямой у них такой крой, и их цена, как я и в начале видео говорила, 2 доллара. Еще новинка этого 2020 года, желтый мой пиджак с металлической золотой фурнитурой. Кто смотрит мои видео, кстати, когда я вот так вот делаю, я свет закрываю. Кто смотрел мои предыдущие видео весной, нет, не весной, летом. Летом. У меня есть летние покупки из магазина Second Hand, меньше 1 доллара. Как всегда, для вас оставляю подсказку вверху, и там есть этот пиджак, есть сочетание с этим пиджаком. Вообще, мне кажется, это хороший тандем, будут джинсы, пиджак, и это майка. И пиджак, понятное дело, был меньше 1 доллара, и хочу вам сказать, как для трех вещей за 4 доллара, даже меньше немножко получается, это супер. И напишите, как всегда, выглядят ли эти вещи так. Я добавлю к этому образу свою голубую сумочку и добавлю белые лодочки. Это то, что у меня здесь в наличии, не нужно бегать в другую комнату. Можно, конечно, сделать этот образ и поинтереснее, добавить много аксессуаров. И вообще, если вы меня смотрите давно, то знаете, что аксессуары — это, ну, мягко говоря, не мой конек. Я как-то не имею страсти к ним, но вот знаете, бывает такой образ, я сниму, смотрю видео уже или пересматриваю видео и вижу, ну вот если бы здесь какая-то цепь была, знаете, массивная, а потом думаю, ну как-то в мой стиль это что-то
ну что-то такое сверх. В принципе, не знаю, напишите. А так, мысли вслух вообще ни о чем. Я надеюсь, образ вам понравился. Обязательно напишите об этом мне в комментариях. А я приступаю ко второй части и покажу вам свои новинки. Первое, с чего я бы хотела начать, это мои сандали. Я заказала белые сандали на молочной подошве такой, с интересными деталями, в чем состоят интересные детали, в цветах. Так как на каждой застежке, они такие достаточно спортивные, есть 3-4 цвета, их очень классно комбинировать между собой, а с платьями это вообще, они выглядят очень классно. Заказывала я в интернет-магазине, и когда мне пришла коробка, я такая, фу, что за коробка, прям выдает цену этих вот сандалий. Она говорила на коробочку, типа, какая ужасная коробка, посмотрите, здесь такой шнурочек. Не, можно так и хранить обувь. Как ящик использовать. Прикольно придумали. Сочетаю я с многими их вещами. Конечно, это была такая, знаете, спорная вещь в моем гардеробе. Ранее я и видела, что с платьями их как-то надевают и как-то, знаете, мешают, господи, сочетают спортивный такой стиль с классическим. Но мне казалось, что вот какие-то сандалии с классического стиля это мое, а спортивного нет. Но в этом году, видите, я пошла прям вот для себя против системы и ни капельки об этом не жалею. Цена их была достаточно минимальная, до 500 гривен они стоили с доставкой. Я вам, как всегда, для удобства переведу все в доллары. Следующая вещь, которую я бы хотела вам показать, она просто черная. Вот на фотографиях будет видно лучше. Это шорты-юбка от Chanel. И получила я ее в подарок. Здесь столько лого. Здесь каждая. Плохо видно, я не знаю, они просто такого золота, матовое золото, как затертое. Вот здесь лучше видно. Так, эти шорты, юбка, они из плащевки. Вот знаете, коллекция Prada была. Вот из такого же материала и эти шорты. Здесь бантик на талии, резинка. Они прям, знаете, вот по размеру, это, наверное, от S до L. Вы все поместимся здесь. Здесь такая органза. Вообще, они вот всегда такие мятые. Мне как-то смущало, но сразу говорю, что с утюгом нужно быть осторожнее. Видите, здесь все лого, все внутри, как всегда. Но мне вот это понравилось, что здесь две пуговицы. Вроде как бы, ну что, здесь и резинка, и пояс, и еще две пуговицы. Вместительные карманы. Видно, что я ношу эти шорты часто, извиняюсь. Деньги нужно вытянуть. Так. Здесь очень красивый пояс, вместительные широкие карманы, и этот объем, он наоборот как-то украшает. Вот обычно мне казалось, что юбки я как-то не ношу такой длины, а вот если шорты юбка, это вообще другой вариант, и мне кажется, все-таки сыграл их крой. Мне подарил их мой муж,
чему я безумно рада. Ну, мне, конечно, безумно нравится еще. Безумно-безумно, это, наверное, слово паразит в сегодняшнем видео, что они хорошо держат форму. Вообще все вещи, которые структурированы, они намного дороже выглядят. Даже будь это обычная вещь из секонд-хенд, которую, честно, вот, я не знаю, если можно было сделать эксперимент такой, вот две вещи перед вами, какая дороже. Я даже не знаю, что бы я выбрала. Мне показалось бы, что топ все-таки дороже. Он мне, знаете, что этот топ напоминает? Юникло? Нет, не Юникло. Я не помню. Какой-то есть бренд. Юникло это вообще масс-маркет, что-то меня туда понесло. Есть такой бренд. Ой-ой-ой, китайский он или японский. Я не вспомню и вряд ли даже на гугле. Я у кого-то видела, слышала, там у них такие платья есть. Прям вот в пол платья, и они тоже их сочетают с сандалиями спортивными. Не знаю, возможно, кто-то из вас очень компетентный в вопросах высокой моды и люкса. Это прям такое, мне кажется, то, которое платье, о котором платье я говорю, то это вообще наверное, такой тяжелый прям люкс, то... Напишите, мне тоже будет интересно. В общем, шорты я показала по сочетаниям и с каблуками я их надеваю, с кроссовками чаще, конечно, мне как-то практичнее, но с обычной белой футболкой, вот тебе и все. Я раньше, когда видела коллекцию у Prada, я извиняюсь, что это говорю с вами, у Prada, вот когда эти плащевки, я думаю, кто это будет носить? А была еще блогер, как была, есть. В 2019 году осенью она показывала свои покупки, правда, там целые сапоги и вот эта вот сумка, бананка. Бананка. Вы поняли, о чем я? Там, я думаю, ну какая-то как-то ну, выглядит, знаете, как ну, не правда. Ну, какой-то базар вариант, какая-то плащевка. А оказывается, плащевка-то бывает разная, девочки. Ну, это так, на заметку. Последний своим приобретением... Это тоже, кстати, подарок. Ну ладно. Тоже в этот же день было куплено платье. Оно мне напоминает платье, которое срисовали с грузинского костюма. Национальный грузинский костюм, он тоже имеет на груди вот такие элементы. Конечно, они служат другим, нежели здесь это просто декор. Такое платье, ткань это называется прошлое. Я не знаю, правильно ли я говорю или неправильно. Это то, что я прочла на этикетке. Оно из плотного хлопка. Подкладка тоже хлопок, она достаточно короткая, но за счет своего цвета выглядит очень классно, это такой пастельно-фисташковый, и сегодня, вау, как мы давно не видели все вещи, которые я показываю в естественных своих цветах, поэтому, пользуясь моментом, показываю вам его. Есть еще пояс, ношу как с поясом, так и без, нравится мне очень, здесь пуговицы прям в тон с платьем. Выглядит классно, надевала я с чем? Я надевала только с каблуками, я с кроссовками как-то еще не пробовала, мне кажется, что длина, и у меня еще такие ножки толстенькие, поэтому с каблучками я их вон ношу. Мне оно очень нравится, только вот после первой стирки, девочки, я так испугалась, оказывается, это такая ткань, ну вы мне, как всегда, расскажете, что и как. После стирки оно стало меньше. Я такая думаю, боже, ну как это? Много хлопковых вещей, это стирало все по-правильному. Потом, когда я начала гладить, оно стало на место и прям увеличилось в объемах. Ну не знаю, как-то так, прям магия такая, вау. Пояс был вообще как сопельки, а сейчас ну такой полноценный себе пояс, хороший. Вот. Мне нравится на лето то, что надо. Я как-то много вещей не покупала. Скоро отпуск. Я сегодня, кстати, узнала, что мы скоро вылетаем. Буду готовить какие-то летние вещи. И так как мы еще с вами не попрощались, я хотела бы вас спросить, делать ли мне видео? Я хочу показать вам свои купальники из магазина Second Hand. Актуально ли для вас это или не актуально? Только не надо фукать и вообще, ну не надо. Если кому-то актуально, напишите мне, что да, мне актуально. И еще одно видео, не хочу их мешать, как-то смешивать между собой. Это будут купальники из AliExpress. Или сделать все-таки вместе. В общем, подумайте вместе со мной и напишите обязательно в комментариях. Я вам говорю огромное спасибо за просмотр и до скорого. Всем пока, всех целую, всех люблю. Спасибо вам.